Вообще не узнаю, где это, что это. Что-то такое на турбоатом вроде похоже. Не, ну ребята, 200 крат увеличение. Ну о чем говорить? 600-долларовая пластиковая мыльница дает мне возможность. Нет, это точно не турбоатом. Ну, в общем. Смотреть как в телескоп. Так, а вот это, по-моему, начало Пушкинское. Ох, что-то я сейчас наговорю. Ну, в общем, не важно. Интересно, как оно приближает. А, воронье. Ну, по-моему, красота. One more time. О, да не, нормально фокусируется, отлично. Да. Еще хороший кадр, на нем и закончим.